Олимпийские игры, 36-й год. У вас в каком году начались Олимпийские игры, россияне? Volkswagen. Офигеть. Вы по-прежнему ничего не производите, да, россияне? 36-37 год по-прежнему ничего не производите. Увлеченный ветром. Улетевший ветром, я не помню, как называется. Gone with the Wind. 39-й год. Он до сих пор офигительный фильм, просто офигительный. 39-й год. Что там у нас на России снималось? Телевизор, 50-е годы. Телевизор. Слово даже такое незнакомое, да, россияне? Для нашего поколения 50-х. Колготки. Музыка рок-н-ролл, 54-й год. Daily Life. Опять же, 50, 42, 89. Посмотрите, какая обувь. Офигеть. Да, россияне. Представляете, на 50 лет отстаем от нормальных людей. 43-й год. Scuba diving year. Вы с чем ныряли в 43-м году? В нос воздух набирали? Или в рот? 47-й год. Новый лук. Такого на России не было и в 57-м, и в 67-м, и в 77-м, и в 87-м. Россия в это время воюет с бывшим другом. Смотрите, этот в каске, а этот уже нет, этот нет, этот нет. Под Сталинградом знаете, сколько наших дедушек погибло? Потому что касок на всех не хватало. Россияне, микроволновка. 48-й год. Микроволновка. Сталин вам рассказывал про микроволновки, нет? 48-м. 54-й год. Элвис Пресли. Назовите мне ваших певцов, ваших celebrities. У вас вообще существовали celebrities в 54-м году? И о чем они пели? 1956 год. Pacemaker. Heart pacemaker. В 1956 году люди могли узнавать свое сердцебиение. Ну, следить за своим здоровьем. Pacemakers are small enough to be implanted under patient's skin. Офигеть. То есть этот пейсмейкер мог либо контролировать битс, либо стимулировать битс. Представляете? Mini Cooper Car. Mini Car. 1959 год. Появились эти миниатюрные машины для двух людей, наверное, да? Или хотя, я не знаю, для трех, не знаю. В общем, короче, вот новый вид машинок. Наверное, для девушек.